8, Сереж, сколько сейчас? 7:56. То есть 8 еще нет? Да. Хорошо, мы как раз доедем. И не рано, и не поздно. Вот из такой слякотной Москвы уезжаем. Не знаю, правда, в слякоть или в погоду хорошую. Можно, да? Ну, прошлый раз можно было. А давай здесь выйдем. А, не, вот видишь, дорогу вот там. Ну, там видишь, как тоже красота. А вот наш лайнер. Ага. А, да. Вот. Отсюда видно звезду. Красивое здание. Вообще красиво. Все. Отлично. Вы на теплоход, здрасте, да? Да. Кино снимаете? Да. Вот, видите, перехватили у нас. Спасибо большое. Саля, номер каюты не помнишь? Помню. Вот здесь это 300 или 200? Здесь 200. Вот, 227. Созвездие, добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот наша каюта. Вот такая наша каюта. Здесь шкаф вот такой. Смотрим. О, большой шкаф. Тут. Да, нам сказали, Сереж, 8:30 завтрак. Мы успеваем. Так, тут, наверное, да, лоточки для всего такого. Два лоточка. И идем дальше. Холодильник. Холодильник смотрим. Чистенький. Аккуратненький, большой графин и стаканчики. Да, заходи, Сереж, фен. Программа здесь. Так, вот такие шкафчики. Вот, Сережа уже зашел, располагается. Радио. Посадочную карту, Сереж, надо. В котором вы питаетесь, верхний или нижний, а также слушай радио, за которым вы сидите. Верхний ресторан находится вот в кормовой такой части, вот типа диванчика, спальное место одно, в кормовой части, средний, а пол. Другое спальное место можно поднять, я так понимаю. Аппетита. Вот шкафчики тоже, где-то спасательные жилеты внизу должны быть. Ой, какие шторы. Blackout. Ну да, они где-то. Потом разберемся внизу. И столик такой, смотрите. Так, и здесь у нас все написано. Потом ознакомимся. Добро пожаловать. Две бутылочки водички. Здесь свет индивидуальный с обеих сторон.
Ну и потом здесь, наверное, можно поднять. А, наверное, закладка. А, вот. Все ясно. О, Сереж, у нас... Ой, там вон катер мчится. У нас прям на море. На море, хотел сказать. На воду у нас вид. Лунная соната. Ой, ну все. Я вроде бы все показала. Смотрим санузел. Вот такой санузел. Вот такой санузел. Вот я еще не разделась даже. А уже тут все показываю. Угу. Так, а что тут есть? Я так понимаю. Шампунь есть. И мыло. Угу. И раковина. И душ. Вот такой. Все. Выключи. Просьба не беспокоить. Завтрак в каюту бесплатный, кстати. Бесплатно доставляется, нам сказала менеджер. Я пока... Потише. О, смотри, обогревает. Тепло идет. Не успели прийти и заселиться, нам уже в ресторан. Идем. Сережа тут изучает. Ресторан плюс. 13:30. А, вот. Обед. 23 октября. Завтрак. Шведский стол. И чик. Можно нажать на стоп и посмотреть. И... Понедельник 23, вот такое меню на обед. Тоже можно прочесть при желании. И ужин приветственный. Вот такое меню. Приветственно можно. Там тоже есть. Стол номер 9. Вот вам сюда. 15, это группа. Да. 9. Вот. Давай вот как, ну. Не, как, ну, хочу. Шведский стол. Я взяла кофе американо с молоком. Сережа. Черный кофе. Так, это Сережина порция. А ты кашу не захотел? Куда мы завтракали дома еще? Это у нас закуска. Я взяла масло. Ну и вот у меня. Всего полно там. Глаза разбегаются. Но я сразу себя умерила аппетиты. Но все-таки вот этот вот аппетитный кусок какой колбасы. Копченые, конечно, это вредность, но я не могла не взять. А это все я взяла на пробу. Попробуем и другие разы будем брать. Сережа, конечно, без выпечки не смог. Ну ладно. А с бокалом? А, Сережа у нас не пьющий, это я одна такая пьющая. Я взяла вино. Вот такое вот, сладкое или полусладкое. Будем напиваться на халяву. А Сережа даже на халяву не хочет пить. Он в завязке зашит торпедой. Или как там называется? Он от меня это даже скрывает. Приятного аппетита нам. А у тебя капюшон есть? И у меня есть. Подними мой капюшон, пожалуйста. Вот. Скоро отправление. Здание где-то здесь. Вот оно, красивое здание. Вот.
поднимают якорь, если я правильно понимаю. О, все, отправляемся. Прощание славянки, слышите? Доброе утро, уважаемые дамы и господа! Рада приветствовать вас на борту теплохода «Лунная соната». И сейчас я хочу представить вам нашего капитана. Капитан теплохода «Лунная соната» Быков Алексей Анатольевич. Добрый день, уважаемые друзья! Я рад приветствовать вас на борту теплохода «Лунная соната». Мы с вами совершаем круиз по маршруту Москва-Ярославль-Москва. Протяженность нашего маршрута составляет 950 километров. Это расстояние мы с вами пройдем за 6 дней. За это время, что будет длиться путешествие, вы побываете в таких городах, как Углич, Мышкин, Ярославль, Дубна. Мы с вами пройдем по Угличскому, Рыбинскому, Горьковскому водохранилищам, прошлюзуемся в 16 шлюзах. Сейчас мы следуем по каналу имени Москвы и его водохранилищам. Я и мой коллектив, мы сделаем все, чтобы ваш отдых был приятным и спокойным. А теперь я хочу представить моих коллег. Директор круиза Аделина Викторовна. Директор ресторана Елена Вячеславовна. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я вкратце расскажу вам о работе нашего ресторана. Для тех, кто рано встает, у нас открыт бар кофейня «Бетховен», где вы можете насладиться вкусным, ароматным кофе. Завтрак у нас шведский стол. Рекомендуем вам приходить в режиме 15 минут, четные и нечетные столы. Обед и ужин. У нас заказная система. Если есть у кого-то проблемы с питанием, на обратной стороне заказничка вы можете сделать все свои пометочки. Мы, конечно, рассмотрим и сделаем так, как вы просите. А для маленьких путешественников у нас есть детское меню. Бары работают до последнего гостя. Пожалуйста, приходите, мы будем вам очень рады. Ну и, конечно, я хочу вам тоже пожелать хорошей погоды, отличного настроения, а мы будем стараться, чтобы вам было с нами комфортно, уютно и, конечно же, вкусно. Спасибо. Судовой медик Ирина Станиславовна. Доброе утро, дорогие друзья. Разрешите мне присоединиться к коллегам и поздравить вас с началом, надеюсь, удивительного круиза. Будьте здоровы и приятного вам отдыха. Уважаемые друзья, я вас всех поздравляю с началом вашего путешествия на теплоходе «Лунная соната». Хочу вам пожелать приятного отдыха, хорошего настроения, всем нам хорошей теплой погоды и 7 футов под килем. Спасибо. Ура! Спасибо. Ну а сейчас, друзья мои, давайте под ваши аплодисменты отпустим нашего капитана, директора ресторана и судового медика на их рабочие места. А я продолжу наше представление и представлю вам оставшихся моих коллег.